По мосту в районе Рязанского Кремля снова небезопасно ходить. Ровным этот мост не назовешь. Понтоны, которые должны держаться на воде, из-за засухи повело. Перила есть не везде. Такие пролеты, вот смотрите, что тут можно даже упасть и вниз, запнуться у бабки, которые не поднимаются ножки. Ну, естественно, и это по технике безопасности. Я не знаю, за эту проволоку, если зацепишься, то выдерешь клоки мяса, будешь падать. По этому мосту, рассказывают местные жители, пройти могут только те, кто помоложе. Люди пожилого возраста, а таких на острове большинство, боятся, что поход из города домой ничем хорошим не закончится. Зимой мост опасен из-за постоянной наледи, летом каждый дождь превращается в стихийное бедствие. Плохо ходить, что весь к собаке. А когда дождь, это вообще тропы вон все к собаке, все кривое. Это вот того и гляди, он перевернется туда. Ходить плохо. Альтернатива мосту есть. Дорога, ведущая с поселка Остров на улицу Солнечную. Правда, здесь нет тротуаров, и пешеходы каждый раз рискуют попасть под колеса машин, которых не видно из-за деревьев. К тому же в темное время суток эта дорога не освещается. А в последнее время она еще начала превращаться в свалку. Кто-то постоянно свозит сюда мусор. Если где-то даже в лугах загорится, остров деревянные дома, это все махом, все... Ну, уничтожится весь остров. Жители уже который год просят, чтобы отремонтировали дорогу. Может быть, пустили маршрутные такси по улице Солнечной. Однако их просьбы до сих пор остаются неуслышанными. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».